Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня будем строить теплицу под названием павильон 3х6. У павильона будет немножко нестандартный дверной проем. В остальном самый обычный павильон будет стоять на бетонном основании, который у нас клиент подготовил. Пока что мы разгрузились, начинаем работать. Ходом у нас сборка каркаса идет. Один торец, две арки стоят, еще пара арок, еще торец, потом будем крепить, чтобы все было ровно и красиво. Итак, каркас у нас закреплен, установлен. Начали крыть стену уже одну поликарбонатом. Потом другую, потом крышу, двери. Каркас у нас закреплен с помощью анкеров. Выровнен по уровню, чтобы все было аккуратненько и красиво. Стены у нас покрыты. Сейчас доделываем крышу. Ставим фрамунки. Нанизываем поликарбонат. Потом будем его прокручивать уже капитально. Профиля одевать. Подошел к концу у нас монтаж павильона. Пойдем посмотрим все это дело. Торца у нас разрезные двери, форточки установлены. Все в профилях, все торцы поликарбоната в профилях. Также имеется торцевой резиновый уплотнитель для большей герметичности. Как я уже говорил, стоит все на бетонном основании. Бетон покрыт гранитной плиткой. Все ровненько, аккуратненько, теплица тоже встала хорошо. Две коньковые фрамуги у нас имеются, оснащенные системой термоприводов. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Один из самых лучших на сегодняшний день. Каркас у нас теплицы, несущая арка из трубы 20 на 40, подпирающая 20 на 20. Арки в виде ферм, покраска полимерным порошковым способом. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!